Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас все-таки наконец-то появился коллекционер. И, как обычно, куча заявок, поэтому я все не успеваю. Решил все-таки сделать по пару аккаунтов вместе, особенно там, где мало самоцветов. Будем пробовать собрать награды. Ну и, конечно, аккаунт, которому меньше всего повезет. То есть мы будем это смотреть как по кристаллам, так и по героям. Получит хоть ход конем, как обычно. Ну, посмотрим, как нам повезет. Так, что у нас сегодня есть? Ну, шаман это такое себе. Друид тоже такое себе. Вот неплохо одера выбить. Можно сразу коробочку словить. И 50 частей облика, то есть получить облик, в принципе, тоже очень неплохо. Ну, самое основное вот здесь, самая большая халява на сегодня, что есть, это за 15 эктоплазмов нам дадут самый топовый талант на деф, который подходит сейчас многим героям. Обзоры я уже делал, кому можно ставить, можете это посмотреть. Так, ну, в этом батле у нас будет 3 аккаунта в районе 20 тысяч самов. То есть будет 3. Первый это у нас аккаунт Сергея. Так, что ему надо? Видосик будет, наверное, немножко длинным, потому что все-таки 3. Ну, ничего не сделаешь. Будем рассматривать каждый аккаунт. В частности, так. Находится он в гильдии 125 рус. Всем добра по всем вопросам. Я так понял, что WhatsApp или телега, атака фартов в 4:00 утра. Ну, в общем, ребята не спят. Так, битва гильдии, атака фартов, первые и вторые места. Смотрим аккаунт его. Аккаунт почти уже дошел до шапки. Вот так вот. Немножко-немножко донатный, хотя на сегодня это не особо донат. Учитывая то, что сейчас надо для нормальной игры. Так, смотрим алтарь его. Тыковка. Понятно все. Понятно. Ну, неплохо, неплохо. По талантикам я бы не сказал, что все плохо. Анубис есть, Ворожей есть. Фрея есть. Рину. Курочку забыл открыть. Так, ну, талантики. Чего он не открывает, не знаю. Боится, наверное, жать. Но тут замедление однозначно не надо. Ну, неплохо, неплохо. Смотрится аккаунт очень и очень даже хорошо. Так. Окей. Ворожай. Блин, ремка. Но тут однозначно надо эту ремку будет убирать. У него нету скина. Так, хорошо. Поехали на второй аккаунт. Будем бегать так, а потом будем уже ролить. Так, на первом у нас там 23 тысячи самов. Тут приблизительно аккаунты будут равные. Равнять я, в принципе, думаю, нету смысла. Так, второй аккаунт. Так, аккаунт у нас Дениса. Что ему надо? Так. Что ему надо, как обычно, непонятно. В общем, дал на роллинг. Так, находится в гильдии 7, 7 легион, в общем. Босс 3 21:00, 5 21:07, все в WhatsApp, пропуск БГ на вылет. Вот так вот, вторые и четвертые места, атака фортов. Гильдия где-то в районе 150 тысяч силы, кидайте заявочки. В принципе, я смотрю, так более-менее активные. Так, что у него с аккаунтом? Аккаунт бездонатный. А что у нас по героям? Стрелок. Отлично, отлично. Ну, такое себе, такое себе. Тут герои тоже неплохие. Смотрю, у всех ремки на тыквах. Не хватает талантов. Да, тут и Анубиса нет. Но тут, конечно, аккаунт
Не настолько яркий, как там. Так, окей. Поехали. На третий наш аккаунт. Так. Тут у нас побольше самиков. Мы сейчас их немножко уравняем. Так, Жора. Ему тоже, в принципе, непонятно, что надо. Наверное, паролить. И чтобы ход конем пришел. Так, смотрим аккаунт. Ну, это не донат. Считаем, что это не донатный аккаунт. Находится в гильдии Steel 6175. Ну, как-то по атаке фортов по битве гильдии не очень. Наверное, кинула против топов. Но в гильдии 61 человек, 75. И средняя сила, смотрю, выше 100 тысяч. Неплохо. На факела 2047 не заходим. Босс 3 21. Атака фортов 2000. Так, отметится. Окей, кидайте заявочки, вступайте. Ну что, давайте начнем с него. Так, 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 так. Там у нас на рынке сегодня. Сегодня печалька. Возможно, это все перенесем, посмотрим. Перенесем, наверное, на выходные. Я себе просто победителей отберу. Так, ну, поехали, уравняем. До 21 тысячи самоцветов. Где-то так, до 22 давайте. Подождите, я его даже героем не посмотрел. Что тут у нас делается? Да, тут еще печальнее все, чем на предыдущих. Тыковка. Ремочные тыквы рулят. Так. Ну, тут все очень плохо с талантами. Творжей есть. С каменкой, правда, уже прокачаны. Это плохо. Ну, возможно, кому-то другому поставит. Ронин, Огненка. Самое главное достать талантик. Ладно, поехали. Уравняем количество. Вот это плохо, что места нету. В принципе, сегодня эктоплазму эти набить, это не проблема. Я у себя пробовал. Так, ладно, еще добавлю раз. Все. Так, ну, поехали. Будем, думаю, считать по легендам, как я предыдущий ролик сделал сегодня. Варлок. Ну, по мере использования, в принципе, единичка на сегодня. Так. Рыцарь. Еще одна единичка. Еще один варлок. Уже три. Ну, как видите, герои сегодня что-то... Снова взяла 4. Вот так вот коробочку получили одержимый. В принципе, очень-очень даже неплохо. Ну, одержимый, думаю, можно все-таки за двоечку засчитать, так как он используется почаще, чем все остальные. Значит, будет у нас 6. Ну, получили уже коробку. Смерть 7. Череп двоечка. 8-9. Атлантикор 10. Надо будет потом распределить героев по группам. Варлок 11. Ну, просто какой-то заколдованный у него аккаунт на варлоков. Так. Так, 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 так. Ой, а у него одержимого что ли нету? Ничего себе. Нормально так под акцию выбили. Так, сейчас это все открываю. Блин, плохо, что место не освобождаете. Придется так делать. Так. Что там у нас? 11 было, по-моему. 12. Снова Зила. 13 рыцарь.
Призрачный всадник 14. Ну, такое себе, ребята, такое себе. Тесса, ну, такое себе. 15 пусть будет. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Шамана однозначно мы забрали. Слизни собрали, эктоплазмы, ну и коробочку собрали. Так, ну давайте сейчас. В принципе, очень-очень даже неплохо. Откроем ворожая. И пойдем на следующий аккаунт. Говорю, ворожея. Одержимого. Так, есть. Так. Самое главное, экран не забыть переключить обратно. В таких роллингах. Так, ну давайте. Попробуем. 5 кулаков, коробка. В принципе, очень-очень-очень даже. Самое основное мы забрали, что надо было. Так, ну, понадеемся на удачу. Кстати, я не буду тратить он себе. Ну, такое себе. Не то, что такое себе. Тут уже разброс вкачанный. Даже не знаю. Сам подумает, кому поставить. Потому что тут вариантов у него очень много. Так. Ну, священный огонь лучше всего, конечно, это варлок уставить. Но у него тут каменка прокачанная. Есть вариант поставить Бигфуту, Рину, которых у него нету. Ну, всего героев ставить сюда этот талант. Как вариант, ну, я бы, наверное, не ставил. Еще такое интересное, ну нету тут пока танков. Ворожей это самое для одержимого можно в принципе попробовать, но ему лучше что-то такое атакующее собрать. Ладно, посмотрит видосы, есть куча видосов, в принципе он у него не на смене, поэтому можно разброс, можно даже одержимым на первое время поставить, но не качать. Так, окей, побежали на второй аккаунт, главное в них не запутаться. Так, Ва Петровна. Да, это бездонатный аккаунт. Будем бесплатно. Так, ну что, поехали. Не будем терять время. Атлант, единичка. Ну, как обычно, слотов на складе нет. Паладин, двоечка. Еще один паладин. 4 уже у нас, да? Ну, вот я смотрю, просто жесть. Малышник. Ну, единичка. Леди Лео. Сколько там у нас? 5 или 6 уже? Профессор Рибит. 7. Арташка 8. А вот это вот больше всего мне не нравится. Так, 8. Но эктоплазмы прям падают. 9. Ну пока. Друид 10. 11. Вот душек такое себе. 12. Ну, тыковка 13, хранителя можно засчитать 14-15. Ниндзик. Все, блядь, этот аккаунт по-любому. Ой, Фрея, ребят, вот так вот. Практически на последних тычках. Что я могу сказать? Читерная у меня. Читерная панелька.
И Фрей, кстати, здесь нету. Поэтому поздравляю. Это оно. Это оно, друида забрали. Правда, одержимого не выбили, но... Но. Я считаю, что этот аккаунт все-таки, наверное, немножко более везущий, чем предыдущий. Несмотря на то, что мы там выбили Одера, но Фрея это... Это Фрея, ребят, посмотрите. Тут и герой, и стрелок есть. Ну... Это хороший подгон, я считаю. Так, забрать. Невозможно получить, места нету. Ну, думаю, он заберет. Так. Что тут можно сделать? Да, блин. Оп. Что-то упало. Так. Ну, что тут у него есть? Афине смысла нету. Ассури я бы такой талант не ставил. В первую очередь Рину. Однозначно Рину. Либо Рину. Да, наверное, все-таки лучше на Рину этот талантик поставить. Хоть у него тут утекание, но нафиг не надо. Или ворожая ждать, как вариант. Но это он уже сам себе решит. Так, отличненько. Уже неплохо. Так, поехали следующий аккаунт. Ну, поздравляю, герой действительно очень и очень достойный. Так, аккаунт Сергея. Так, что у нас тут? Донатный аккаунт. Тарас, что у него есть? Анубис есть, ворожей есть. Рину есть, Фрея есть. Но тут герои, как видите, стрелок. Тут все четко. Тут надо просто забрать награду и забрать талантик. Поехали. Уехали. Так. Давайте уравняем. Вот, а теперь будем ролить. Две легенды уже, конечно, было. Варлок. Единичка. Склад, как обычно, не почистил. 2-3, думаю. Дрейк 4. Здесь, конечно, сыпется. Неплохо. 5. Заклинательница. 6, 7, 8. Да блин, что у вас склады все забиты, ну? Так. Ну, блин, что я могу сказать, ребят? Это просто читерная панелька у меня сегодня. Я думаю, этот аккаунт однозначно пролетает. Все-таки последний аккаунт. Мы еще даже не дорожили, уже выбили Анубиса, которого здесь по сути-то и не надо. Но это просто жесть. Бульдозер. Смотрите, как на донатных аккаунтах падают герои. Леди Лео. Жестячок, конечно. Ну, второй Анубис всегда нужен. Ворожей. О, Грома. Да. Однако... Однако весело. Так, забираем осколочки. Это уже он собрал. Ну что, поздравляю с Анубисом, не знаю, с ворожаем. С героями, которых... В принципе, второго ворожая, чем у него первый. Тут, по-моему,
Римочный. Как вариант, можно не ждать поменять, или можно второго просто открыть, этого потом на что-то интересное перекачать. Не знаю, уже сам посмотрит. Либо Анубиса вкачать, тоже для Анубиса неплохо, я у себя сделаю, тоже потестирую, как вариант. То есть вариант вот такой вот. Ну, в принципе, ребят, вот такой у нас был роллинг. Третий аккаунт у нас остался, по сути, самый обделенный. Так, идем на третий аккаунт. Посмотрим, что там у него есть вообще в акциях. Там, по-моему, ничего толкового даже в акциях нету. Подождем, значит, выходных. Там что-то будет интересное. Ну, это такое все себе. Ну, ни о чем я бы сказал. Да, такое себе. Так что вот так вот. Такие вот пироги. Пишите комменты, как вам такие роллинги. Мне, честно говоря, это все нравится. Уже будут выходные, тогда будем уже что-то думать насчет победителей батлов. Ну, сегодня, как видите, рынок никакой. Возможно, будет в четверг что-то интересное, либо завтра посмотрим, не знаю. По-разному у нас, на среду, по-моему, у нас даже сейчас принесли. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как видите, как обычно, навыбивали имп по 20 косамов, но имп набрали неплохо. Все, всем удачи.